Антисамп, чуваки, всем, кто тут, всем, кто смотрит данный видеоролик, максимальный антисамп, потому что сегодня у нас кто? Black Rush, ну и без этого, конечно же, тоже антисамп, это моя организация, если мало ли кто-то не знал, у нас в составе там многие люди, популярные и не очень, Ангел Касада, Никита Единая Россия, Эмиль Справедливая Россия, у нас очень много людей, это такое, знаете, маленькое отступление от всех вот этих вот новостей, но сегодня, разумеется, без воды, сегодня только нормальные, прогрессивные и интересные, нужные новости, кстати, скоро новый релиз в моем лейбле Booking Antisamp Machine, либо же просто Antisamp, либо же просто BAM. То есть, вот как-то так. Подписывайтесь, ждите и так далее. Все вещи делайте. Также вся информация по Black Rush, она находится в описании. Давайте начнем. Black Rush показали канализацию, через которую будет реализована система побега из тюрьмы, как лично я понимаю. Как вам? На самом деле, вот эта вот, знаете, тема канализации, она всегда постоянно вот есть. И лично мне вот данная канализация, она напоминает, ну, несколько вещей, типа там, знаете, черепашек-ниндзя, вот это вот мультик, который там есть, я знаю, кинофильмы, но кинофильмы я не смотрел, я только так, знаете, глянул видос, где там разобран весь product placement, потому что product placement это всегда очень интересно, это всегда очень нужно, и я всегда, типа, такой стараюсь при просмотре абсолютно любого кинофильма, будь то новый или какой-то старый, увидеть вообще, сколько туда было интегрировано всяких разных брендов, потому что это очень интересно, как в сами кинофильмы, когда мы не видим, могут быть интегрированы бренды вот из повседневной жизни, а мы этого даже не увидим, но на подсознание оно у нас отложено. И потом, идя в магазин, вы такие, типа, блин, а знаете ли, назад в будущее там была вот реклама Пепси, я такой, типа, ну, вот, возьму-ка я Пепси, потому что Кока-Кола, ну, там, что-то, ну, такое себе, ну, то есть, типа, ну, зачем все это надо, для чего, для кого. И вот тут, в данном случае, канализация, вот, она выполнена либо в стиле черепашек-ниндзя, либо в стиле Dishonored. Я думаю, что если вы играли в Dishonored, то много всего должно было у вас вообще быть. Ну, типа, знаете, вот этих вот всех ассоциаций, всего прочего, как вы там вот это вот все и так далее, вот да. Иногда бывает и такое. А иногда, в общем-то, возможно и иное. Потому что, ну вот, посмотрите на эту канализацию. Я вам ее сейчас показываю, и вы можете посмотреть, типа, ну, что вам это напоминает. И написать, кстати, обо всем этом в комментариях, потому что комментарии я стараюсь читать, их и так, знаете ли, не особо много, там штук 5, иногда бывает вообще ни одного. Поэтому, если вы как бы тут, если вы жив, и если вы, самое главное, дышите еще и существуете на всей этой планете, то, разумеется, напишите обо всем этом в комментарии, там мы все это рассмотрим, посмотрим и вообще узнаем, чего вы, ну, достойны, что ли, в данной жизни или недостойны, может быть, потому что вот я смотрю на эту канализацию и понимаю, что да, возможно, через лет 2 я вот окажусь где-то примерно вот там, а может быть, где-то и еще где-нибудь, однако и другое может быть. Но ладно, это не особо важно, потому что сегодня мы вообще собрались тут не для этого. Я собрался тут, чтобы обсудить с вами product placement в некоторых фильмах, в некоторых картинах и во всех прочих вещах. Разумеется, для того, чтобы разблокировать данный видеоролик, вы должны поставить под данный видос, типа, чтобы разблокировать новый видеоролик, вы под данный видос должны поставить 158 тысяч лайков. Поэтому давайте, не задерживайтесь и уже нажимайте на кнопку «Поставить лайк», потому что, типа, а почему нет? Просто нажмите и все, и она уже будет такая, знаете ли, синяя и замечательная. Ну, в самом деле, чего вам стоит? Одно нажатие, а у меня ролик продвинется, и, возможно, я дольше просотрудничаю с проектом замечательным в КРМП Black Rush. Однако, я думаю, что пока я окончательно не превратился во Владислава Павлова или в каких-то других GTA Samp ютуберов, чего я крайне, кстати, не хочу, я бы хотел вам сказать самые мои последние слова, которые вот вы услышите, и все. И на этом вы закончите просмотр данного видео. Берегите своих близких, Black Rush, IPO, ой, ссылка на скачивание в описании. Никогда не садитесь в машины к незнакомым людям. Мой промокод на Black Rush, хэштег ZDC. И еще одно такое, знаете, небольшое вкрапление, хотя это не вкрапление, а просто мой никнейм на Black Rush — это Данила КПРФ. Вводите его в поле рефералов, потому что сейчас с промокодами на Black Rush творится какая-то полная хрень, его может создать любой, и непонятно, зачем нужны промокоды ютуберов. Поэтому вот основные пункты, которые вам надо знать, но самое главное — это, наверное, переход по моей ссылке, скачивание лаунчера именно по моей ссылке, а также мой никнейм Данила КПРФ. Он у меня один, а играю я вообще на серваке, кстати, Индиго, если мало ли вы не знали. Вот теперь, кстати, знаете, сервак Индиго замечательный, отличный и офигенный. Всем спасибо за просмотр, всем пока и, разумеется, до свидания.